Всем привет! В этом видео я хотела бы вам рассказать о своих покупках аксессуаров и одежды. Покупок было не очень много, поэтому я думаю, быстренько справлюсь. Первое, что я купила, это моя любимая покупка. Это была вот такая вот сумка. Вот такая вот прикольная, на мой взгляд, сумка. Такой красивый цвет у нее. Она идет на замочке. Внутри вот такая вот подкладка. Все вот так вот идет. Здесь два отделения. В середине кармашек. Два кармашка для мобильного телефона и кармашек сзади. Вот такой вот карманчик сзади. Обалденный цвет. Я обожаю этот цвет. И шел в комплекте вот такой вот ремешок длинный. Вот. Сумка. Здесь такие вот ремешочки, заклепочки золотые, и мне безумно понравилась форма и цвет. Вот, суперская сумка, не знаю, мне нравится, кому-то может не понравится. Под эту сумку я решила себе взять обувь. Я долго искала обувь, которую можно было бы носить, и вот по цвету подошла бы обувь. И я вот купила вот такие вот мокасинчики себе. Вот такие вот мокасины. Такой тоже насыщенный синий цвет. Они такие вот с бантиком, со шнурочком. Мне кажется, идеально подходят под цвет сумки. Вот такие вот. Покупала я их в Italia Vox, как сумку, так и обувь. Вот. Мне очень нравится цвет. Дальше еще одни балетки себе купила. Решила просто взять, таскать так. Вот такие вот черные, классические, обычные, с заклепочкой, с такой вот пряжечкой, вернее. Обычные, черные, без каблучка. 37 размер у меня. Тоже просто. Вот. Вот такие вот покупки. И решила взять не кожаную, а абсолютно недорогую курточку. Думаю, у меня черная есть, есть две золотых, поэтому решила взять какую-то поярче. Не знаю, что-то у меня прет в этом году на красный цвет. И вот я решила взять вот такую вот курточку. Она абсолютно недорогая. Вот. Она здесь с такими кармашками. Вот здесь кармашек. Потом здесь кармашек, здесь такой вот для ремешка, ну, не знаю, здесь две дырочки для ремешка. И сзади она идет тоже вот с таким вот, не знаю, лампасиком, или как это называется. Вот, у меня эмочка, вот, обалденный такой вот, не знаю, красный цвет, я думаю, на осень самое то. И под нее, под курточку, пришлось взять сумку. Я сначала купила курточку, потом поняла, что у меня нет чем носить красную курточку, и пришлось покупать сумочку. Вот такую вот сумку я ношу ее через плечо. Она на длинном ремешке, но он регулируется. Вот такая вот сумочка. Здесь она идет на двух магнитиках, заклепочках. И здесь идет обычное отделение, такое вот одно маленькое спереди. И большое главное отделение. И здесь один замочек. Потом обычный карманчик такой идет для всякой мелочи. Еще один замочек, кармашек. И здесь два кармашка для мобильного телефона. Вот. Ну и здесь обычное вот такое вот отделение. Здесь на замочке и на двух заклепочках. Вот. В принципе, обычная, самая обычная сумка. Носить на работу, я думаю, нормально. Вот, в принципе, из одежды вроде бы все. То, что вспомнила, что я за последнее время покупала, то я вам показываю. Из аксессуаров были два браслетика. Вот такие вот, как будто из жемчуга, с камушками. Такие достаточно прикольные. Сейчас я знаю, какие модные, не знаю. Мне понравились, я купила. Вот такие вот два браслетика. Дальше купила две пары сережек. Покажу по одной сережке, наверное. Первые сережки это вот такие вот они. Вот.
золотого цвета. Такие обычные, вот, достаточно прикольно смотрятся. Такие шарики классные, мне понравились. И вторые сережки тоже в этом стиле, длинные, такие вот, не на каждый день. Сейчас. Вот такие вот, вот. Тоже висючки золотого цвета. Такие вот. Тоже достаточно оригинально, прикольно смотрятся. Под темные волосы так хорошо выделяются. Мне понравилось. Вот. Такие вот сережечки. Была на море, решила взять себе маленький сувенирчик и взяла вот такой вот камушек, не знаю, говорили, что это камень Сваровский, ну, что-то мне мало верится. Вот такой вот он идет на такой вот ниточке. И такой достаточно симпатичный камушек в виде бабочки. Он очень хорошо смотрится с при искусственном освещении, он очень хорошо сверкает. Переливается на солнце просто обалденно. Вот. Вот такой вот камушек. Ну и последнее тоже на море, просто так, не знаю, ради прикола взяла вот такой вот браслетик, он идет с иконками и с маленьким крестиком. Знаю, это какой-то вроде лечебный камень, не знаю, регулирует давление или что, нормализирует. Вот. Здесь он полностью обклеен иконочками. Такой самый обычный браслетик на море, как сувенирчик, привезла, и теперь висит. Да, и купила вот эту вот подставочку, вам не показала. Вот такая вот подставка. Вот. На сайте Buy & Coins показывала. Вот, в принципе, все покупки. Знаю, их было мало, можно было не показывать, но так как я давно не снимала видео, поэтому решила с вами поделиться. Вот, надеюсь, вам было интересно. Не очень устали от моей болтовни, тем более с таким голосом. Спасибо большое за внимание. Всех люблю и всем пока.